Привет всем, мои дорогие друзья. Сегодня с вами снова я, Владимир. Я заранее извиняюсь за качество микрофона. Я пользуюсь старой петличкой, потому что основной студийный микрофон кабель сгрыз код. Но в этом нет никакой проблемы. Я позже поменяю микрофон. Другое дело, что сейчас у меня переезд намечается, и, возможно, месяц-полтора все это затянется с последующим ремонтом. Я не смогу оперативно отвечать на ваши вопросы в комментариях под видео и также отвечать на ваши сообщения в нашей группе ВКонтакте. В любом случае, я привязал и то, и другое к своему телефону, и поэтому раз в несколько дней буду выделять время, чтобы вечерком вам ответить. Это на тот случай, если вы заметите, что время ответа у нас затянулось. Вообще, мы отвечаем на самом деле спустя 1,5-2 часа после того, как нам обратились за помощью. И так как я не уверен, что я смогу работать полноценно, я специально снял видеоролики на вот эти вот 2 месяца, но они будут выходить по пятницам. То есть не как обычно вторник-пятница, а пока только пятница. Как только все наладится, как мы встанем на ноги, я начну заново снимать и просто буду докладывать, получается, контент на канал, чтобы как-то компенсировать вот это вот окно. Вот, и также, к сожалению, не смогу, если у кого-то возникнут трудности по моим новым видеороликам, я также не смогу оперативно ответить, но я думаю, я это сказал в начале своего вступления. Итак, конкурс. У нас сегодня разыгрывается 4 ключика для программы Gym Up Pro. Это лучшая программа для занятия спортом, и это мое мнение, и в принципе я его в прошлом видеоролике полностью обосновал, разложил по полочкам. Маленький нюанс. Конкурс должен был пройти у нас 15 января, но, как я уже сказал, я очень загружен, тем более окончание обучения в институте, то есть все это накладывает определенные отпечатки. Мы проводим его 16 числа, но нет никакой проблемы, потому что вчера вечером также было 28 участников, то есть никто новый к общему числу не прибавился. И мы вас всегда просим поделиться, потому что когда вы делитесь, мы с помощью скрипта получаем вот такой вот лист поделившихся участников, но многие все равно по инерции ставят лайк. В этом теперь никакой проблемы нету, мы немножечко модифицировали наш скрипт, и теперь Chrome выдает нам вот такой вот список, где люди, которые залайкали, и люди, которые поделились, выкладываются одним общим списком, а дубликаты удаляются. Поэтому мы получаем вот список всех участников, актуально, 28 человек. И когда мы проводим розыгрыши, мы всегда просим 3 ключика. Тут надо просто сказать, были обвинения в том, что я некоторые программы необоснованно рекламирую. Все дело в том, что я вот специально выложил такой пост еще 20 декабря, что и когда я переписываюсь с разработчиком, а разработчиков сейчас очень много нам пишут, просят нас прорекламировать их приложение, мне всегда предлагают ключик. То есть давайте мы вам дадим ключики для конкурса, 3 штуки. И 4-й, чтобы вы могли насладиться про-версией функционала данной программы и про нее рассказали. Я всегда пишу следующее. Мне нужно только 3 ключика. Я не снимаю рекламу, я про функционал себе сам куплю, чтобы потом никто не говорил, что обзор проплачен. И очень много было приложений, на которые нам давали ключики, но когда я покупал программу, смотрел ее, но она просто не тянула на обзор. Поэтому я даже не тратил на нее эфирное время, отказывался от ключиков. Я всегда прошу, чтобы ключики разработчики мне высылали только после того, как я сниму ролик. Но автор программы Gym Up Pro даже после этого все равно отправил 4-й ключик, потому что он сказал, что я его для вас оставил. Поэтому возьмите его все равно себе, если хотите, разыграете. Поэтому сегодня в розыгрыше будет у нас 4 ключика, а не 3. То есть я отдаю свой, потому что мне он не нужен. Итак, давайте приступим. Пользуемся сервисом randomizer.rg. Делаем все в режиме реального времени. Сколько раз мы будем крутить барабан? Сегодня нам потребуется 4 получается ключа, 4 барабанных круга. Сколько чисел нам выдавать за круг? 1. И участники у нас 28 человек от 1 до 28. Итак, давайте посмотрим, кто стал финалистом. 17 номер. Итак, давайте мы немножечко подожмем окошко. В этом, кстати, в этом розыгрыше очень много участия принимало девушек, больше, чем обычно. Но, видимо, девушек спорт намного больше интересует, чем всякие VR и прочие приложения, игрушки. Номер 17. Елена Соловьева. Елена Соловьева, поздравляю тебя. Я тебе сегодня вечером напишу и сразу скину твой проключик. Кстати, маленький нюанс. Если у вас закрытые страницы, я уже с этим сталкивался, об этом уже говорил, пишите первые нам. Потому что если у вас страница закрыта, я никак не могу вам написать, я никак не смогу передать ключик. И ключики для этой программы нужно активировать до конца января. Вот у этих вот промо-ключей у них есть ограниченный период времени, когда их можно активировать. Второй участник. 25 номер. Денис Зайцев. Денис, желаю тебе успехов в тренажерном зале. Программа действительно очень классная.
Надеюсь, ты как следует поможешь себе прокачаться. Номер 5. Алина Яцкевич. Ну, да, я говорю, действительно, девушек сегодня было много. Алина Яцкевич, поздравляю. То же самое, жди вечером ключик. Либо, если что, пиши нам в группу, я тебе скину ключик. И 23 номер. Рабадан Амаров. А это имя мне знакомо, потому что каждый месяц мы проводим розыгрыш. И в самом-самом первом розыгрыше, когда мы, получается, раздавали ключики для приложения App Endgame 4 PDA, Рабадан тогда был в числе 3 счастливчиков. Но у нас, в принципе, нет таких правил, чтобы запрещать людям выигрывать несколько раз подряд. Поэтому, Рабадан, что я могу сказать? Поздравляю тебя в очередной раз. Ты вот второй раз стал счастливчиком. Даже приятно. Я его запомнил очень хорошо. И мы общаемся с ним. То есть, он очень активный участник в нашей группе. Рабадан. Рабадан Амаров. Ну что? Вот, собственно, и все. Еще раз хочу сказать. Просто, когда в комментариях под видео пишут обвинения, что ролик проплаченный или что-то такое, я всегда говорю, что я любитель. У меня нет никакой рекламы. Это, кстати, текст сообщения вот нашей переписки с разработчиком, но не программы GMAP Pro, а другой. Я не получаю никакую прибыль с канала. Я очень люблю технологии, я очень люблю гаджеты. Я с 4 лет во всей этой каше, благо отец это очень сильно, получается, ну не то чтобы спонсировал, даже поддерживал мой интерес. И я все делаю для удовольствия. Нас, кстати, теперь, я вот буквально неделю тому назад говорил, что у нас 80 тысяч. На канале уже 82,5 тысячи подписчиков. Я хочу всем вам выразить благодарность, вот, за вашу поддержку. И у нас до сих пор нет рекламы, и мы прекрасно функционируем. И я все делаю по фану. То есть это не коммерческий проект. И если вы смотрите этот видеоролик, и вы просто заинтересованы в сотрудничестве, просто мне пишут, сколько стоит у вас реклама. Реклама нисколько не стоит. Делайте качественный продукт. Пишите нам, мы будем пробовать, если он действительно соответствует стандарту качества, и он будет на уровне того, что я захочу поделиться этим приложением с друзьями и подписчиками, то есть если я сам буду пользоваться им, конечно, мы снимем обзор с большим удовольствием и разыграем ключики среди наших подписчиков. Всем пока, до скорых встреч, с вами был Владимир, подписывайтесь на канал, комментируйте, успехов и успехов в тренажерном зале. Пока!